Приемная комиссия Югостинского государственного университета по приему документов от абитуриентов работает в штатном режиме. По итогам приема документов от абитуриентов на дневную форму обучения состоялось совещание членов приемной комиссии под председательством председателя приемной комиссии ректора ЮГУ Вадима Дедеева. Перед собравшимися с отчетом о проделанной работе приемной комиссии выступила ответственный секретарь Эвелина Гаглоева. Мы ввели прием заявлений и документов абитуриентов на дневную форму обучения по 13 специальностям, по 7 специальностям на бюджетной основе на заочное отделение и по 9 специальностям тоже на заочное отделение, но на коммерческой основе. Ректор ЮГУ Вадим Дедеев выразил благодарность членам приемной комиссии и ответственному секретарю Эвелине Гаглоевой за добросовестную работу, отметив, что показатели, которые были представлены ответственным секретарем, выше, чем в предыдущие годы, и это радует. Следует подчеркнуть, что в связи с пандемией коронавируса для определенной части абитуриентов, у которых нет возможности приехать в республику, будут организованы вступительные испытания посредством онлайн-связи. Также обсуждался вопрос по продлению приема документов на некоторые педагогические специальности, в частности на осетинскую и русскую филологию, прикладную математику и информатику, педагогику и методику начального образования и другие.